Чё нахрен произошло? Так. Где я нахрен? Так, все успокоиться. Все, что я помню, это я пытался сбежать с города, но эти конченые бандиты на каждом пути, на каждой дороге устроили мне засаду, перекрыли все улицы, и потом все, что я помню, я заметил кучу бандитов возле своего дома, и потом они меня грохнули по голове, и я оказался нахрен вот тут, так, в первую очередь, что это за хренотень вообще, где я? Это, походу, какая-то тюряга. Так, тут еще не был. Я вроде уже на всех базах вот этих бандитов был, но тут еще ни разу не был. Что это за сундук? Так, как бы мне отсюда вылезти? Нельзя вот тут оставаться. А главное успокоиться. Без паники. Не с такой фигни я уже вылазил, поэтому даже вот с этим я сейчас могу справиться. Так, сундук, что в этом? Что тут? Ага, вот уже какой-то трупак, значит, я не первый тут, не я один в этих тюремных камерах сижу. Так, что это за сундук, что тут может быть вообще? Отмычка? Одно использование, так, а может я реально смогу с этой... Да! Так, все. Все, больше ничего нет, использование, пофиг. Выключить свет, чтобы меня не заметили. А где мои вещи, вашу мать? Они даже мои вещи забрали. Так, вот тут никого нету. Так, вещи. Есть тут еще... Охренеть просто. А в эти камеры я вообще никак не смогу зайти. Тут еще... Нет, тут больше ничего нету. Так, где мои вещи, паскуда? Выход! Вот эти двери я так просто не открою, если это железные двери обычные, то эти на замке, на код вам, бронированные двери, так отсюда я никак вообще не смогу вылезти. Вещи мои, в автоматике мои, хавчик, у меня даже хавчика нет вообще. Так, главное не шуметь. Не, вряд ли бы они вот тут вообще мои вещи оставили. Так, тут ничего нету, что-то... Склад? Так, вот тут могут быть, кстати, мои вещи. Так, значит, мне нужно найти ключ, если я смогу найти ключ, и как-то пробраться вот этот склад и забрать свои вещи, если они вот там. Так, это, походу, первый этаж вот этих тюремных. Я вообще даже не знаю, что это такое. Тихо. Может, тут кто-то... Опа, аккуратно, тут дырки. Может, кто-то... Твою мать. Тихо. Как бы мне его грохнуть? Бандюган сраный готовит, да? Там что-то готовит. Так, тихо. Главное, чтобы он меня не заметил, паскуда сраная. Ножик. Постался. Иди сюда, паскуда. Тихо, паскуда! Так. Хорошо. С него ничего не выпало. Как мне вот тут... Как выпало, я сначала не заметил. Так, склад. Иди сюда, вещи, пожалуйста, чтобы я выбрался с этих тюремных... Не, твою-то мать, тут дайте мне мои вещи обратно, паскуды сраные! Бандиты проклятые, так, надо найти вещи. Найти мои вещи и выбраться с этой тюрьмы сраной. Так, пожалуйста, что-то похавать. Не, вряд ли тут вообще что-то будет. Да, твою-то... Ладно, надо двигаться дальше. Главное, тихо, не шуметь. Склад номер 2. Так, вот там, кстати, тоже что-то может быть. А тут что вообще? Это уже третий этаж, да? А тут что? Так, тут ничего нет. Ладно, сначала зайду на вот этот второй склад, посмотрю, что там такое. Твою мать! Иди сюда, паскуда странная! Так, закрыть двери. Охренеть. Всегда, просто мать вашу, всегда смогу найти приключения на свою задницу. Просто всегда, каждый день. Так. Ой, чё-то башка даже закрутилась. Башка нахрен. Спокойно, без паники. Так, тут тоже ничего нету.
Пожалуйста, 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 вещички мои под... Да, 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 да! Иди сюда, идите сюда, паскуда. Так. В первую очередь, надо посмотреть, что у меня есть. Есть ли у меня какие-то припасы. Точнее, пули, с которыми я смогу расстрелять их поганых... Поганых бандитов. Так, тут у меня... Тут у меня ничего нету. В шотгане ничего нету. Автомат. АК. В АК тоже ничего нету. Вот это. Так, пистолет. Пистолет. В пистолете ничего нету, тут ничего нету. В снайперке 4 пули есть, замечательно. И вот доисторический дробаш тоже есть. Вот в этой снайперке ничего нету. И миниган. Офигеть. Так, миниган мне пригодится. Так, главное. Хапчик. На всякий случай я возьму снайперку вот сюда, возьму дымовуху и возьму гранату. Возьму хилку и еду. Пивандрий. Но сейчас для пивандрия точно не время. Так, брунька! А где? Так, ну, вот это я точно не хочу одевать. Брунька, 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 фуражка, все. Кнокбэк, резистанс. Ладно, вот это я смогу взять. Фу, что у меня тут еще есть? Вот это можно выложить, вот это можно выложить, и вот это, и вот это. Так, хорошо, хорошо. Уже неплохо, уже неплохо. Это вот сюда. Ой, иди сюда. Хапчик, и вот тут что у меня есть? C4 нет, C4 нету, больше ничего. У меня еще RPG есть, у меня еще RPG есть. Хорошо, хорошо, все пригодится, все пригодится. Ладно, самое главное это вот это. Снайперка, дробаш, это даже можно поменять. Фух, топор, смоук, точнее дымовуха, граната, лечилка и, конечно же, так даже вот это можно выложить. Хапчик есть, все замечательно. Ну что, в путь. Ай, иди сюда. В путь, в путь, в путь, в путь, в путь. Главное тихо, главное тихо. Мне надо как-то выбраться, я надеюсь, то, что тут где-то есть выход. Ой, это что тут такое? Что это за фигня? Так, тут что? Ох ты, охренеть просто. Так, хорошо, что день на улице. Ой, ёбрес это. Так, тут ничего нету, а вот тут что есть? Ой, твою ж там за ногу. Алло, ти... А, нет, они уже 100% мертвы, раз вот тут... Она уже 100% мертва, если вот тут есть столько много крови. Так, если тут что-то полезное в этих сундуках, у нее есть что-то? Не, у нее точно ничего нету, так. Ага. 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 Как книга называется? Сыночек? Так. Я отсюда уже точно не смогу выбраться. Женечка, мой любимый сын... Нет, 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 пожалуйста, нет, 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 какой к черту Женечка? Женечка, Женечка, нет, нет, не говорите то, что... Не говорите то, что... То, что я наконец-то нашел маму Женечки. Женечка, к черту, какой к черту Женечка, нашел маму Жеки, и Жека мертв. И вот эти сволочи, паскуды, даже его маму убили. Так, сейчас. Я отсюда уже точно не смогу выбраться. Женечка, любимый мой сынок. Жаль, что я больше не смогу тебя увидеть. Ты единственный человек, которого я люблю. Сыночек. Если все же кто-то сможет найти мою записку и передать это моему сыну Жеке, знай, я люблю тебя. Твою-то мать! Ладно. Я уже, в принципе, ничего не смогу сделать. Ни Жеку спасти, ни его маму. Твою-то мать. Ладно. Сраный бандит. Проклятый. Ладно, не надо расстраиваться. Надо выбраться в первую очередь ради Жени. Если я еще сдохну, то это вообще будет просто печаль. Твою мать! Идите сюда, паскуды! Идите сюда! Да, да, да! Идите сюда! Паскуда сраная! А, всем жопа, да? И... На! Тварюга сраная! А, одной гранатой минус 4. Срать! Так, что тут у вас есть? Ага. 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 Вот сейчас вам... Дебилы проклятые. Вот сейчас как раз таки вы доигрались. Вот сейчас вы доигрались.
Отомщу нахрен за Жеку. Ага, калашик и дробашек. Что еще надо для счастья, кроме калашика и дробашика? Жалко то, что у меня больше гранат нету, но ничего страшного. Ничего страшного. Паскуды проклятые, да? Ага, и маму его убили, и его убили. Ну идите сюда, кто тут есть? Кто тут есть? Ты! Идите сюда, паскуда! Твою мать. Не... Так. Это моя машина. Это была... Ни хрена не понял. У меня была такая же машина до того, как вот это все произошло. До зомби-апокалипсиса. Какая к черту... Это реально моя машина. Так. То есть они смогли меня выследить, они смогли... Нет, в этой... С этой хренью надо разобраться. Че это за хрень? Нахер опять снайперы проклятые? Так, надо валить, надо валить, надо... С крыши, прыгать! Твою мать!